Значит, это вы собрались рыбу поймать здесь, да? Да. И как у вас опыт по предыдущему пойманию? Ловится немножко. Ловится немножко. Откуда вы прибыли в город Гомель? Я из самого Гомеля. Из Гомеля, да. А здесь поприезжали из разных других городов. Из Гродного вот это поприезжали. Минск. Даже Нормунд приехал. Кто? Нормунд Грабовский. А что это такое? Это знаменитый человек. Человек знаменитый? Да. А чем же? Передачи. Передачи. Это я, значит. Вот я снимаю передачи про рыбалку тоже. Понятно. Так. Ну так что? На что вы нацелились? У вас такие прибамбасы, я смотрю, так серьезные. Это самое, значит. Ну а что делать? Чемпионат же республики. Чемпионат республики. Хорошо. Какую рыбу вы собираетесь поймать в этой речке? Вот. Это река Сож, город Гомель, набережная. Лещик, подлещик. Синец. Густера. Много, но поймать ее не так-то легко, я так понимаю. Ну, как повезет кому. Отлично. Для этого и тренировки. Это когда? Вы сегодня, сегодня пятница? Сегодня старт, тренировка. А в воскресенье будут поднимать флаги? В субботу, воскресенье ловим зачет. В 10:30 старт, мы начинаем в 10:30 ловить. Отлично. Можете к 10:30 подходить. Отлично, я постараюсь посмотреть, потому что это очень такое событие такое колоссальной важности. У нас же тут недавно Кубок Гомеля был 2 недели назад. Вот так вот. И я пропустил это. Ну ничего, наверстаем. Да. Как ваше имя? Дима. Дима. Ну, желаю успехов, Дима. Спасибо.